Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Вопросы по отоплению продолжают поступать, и в основном это уже идут не вопросы, а такие споры. Споры о том, что там прав я, не прав, о том, что говорю, что радиаторы с нижним подключением лучше, чем радиаторы, там подключение сбоку или даже по диагонали. Хотя я говорю, что по диагонали это близко где-то к подключению снизу, но тем не менее у диагонали есть застойная зона, у диагонали есть где теплоноситель быстро не бежит, а значит там идет застой воды, туда откладывается всякий шлам, это получается, отстойник. И этот отстойник уже не работает достаточно хорошо на отопление. Вот главный принцип того, что диагональ работает хуже. Она может быть, пока вы делаете, вначале работает еще более-менее, а с каждым годом хуже, хуже и хуже. Так вот, многолетний опыт, 30 лет в системе отопления, вообще в инженерии, позволяет мне утверждать именно это, что подключение радиатора снизу самый благоприятный. И, соответственно, должна быть коллекторная система. Когда это вкупе, да еще с хорошим котлом, такая система работает очень рационально, очень экономично, эффективно. То, что нужно. Как только люди начинают что-то придумывать, чего там где-то подешевле, где-то попроще, где-то куда-то чего-то, там попутные всякие системы, однотрубные системы ленинградки, что хотите, придумают и начинают оправдывать и говорят, нет, вот это лучшая система, это их правда. Моя правда та, которую я сказал. Почему? Потому что мы это все проверяем на опыте. Мы 5 лет даем гарантию. 5 лет. Мы сравниваем, в чем разница при подключении того и другое на конкретном объекте. Потому что мы потом спрашиваем человека, как у него изменилось, как он стал больше или меньше платить денег. И мы все это знаем, мы все пропустили. Теперь, что касается спора. Давайте споры оставим на какие-то публичные мероприятия. У меня здесь не площадка для споров. Я делюсь просто опытом. Я сказал, нравится, берите, делайте. Не нравится, идите туда, где вам рассказывают. И некоторые говорят, вот оцените, вот как тот сделал, как-то. Я ничего не собираюсь оценивать, понимаете? Я могу прийти на конкретный объект, с человеком заключить договор, выполнить какие-то работы, в конце концов оценить то, что у него уже сделано. Но вот так вот публично заниматься, как говорится, оценками чьих-то трудов не собираюсь. Даже если это сделано неправильно. Потому что я буду заниматься конкретным объектом. Но не буду заниматься подлогами. То, что кто-то говорит, что вот там НИИ сделал вот такое заключение. Покажите официальную бумагу. Покажите результаты испытаний. Покажите документ. Сначала то, что это утверждено, что это сертифицировано, это оборудование, на котором испытывается. А потом это. Все разговоры, вам же мои разговоры не нравятся. Кто-то хочет услышать другие разговоры, что им хочется слышать. Так поэтому, послушали меня, идите слушайте других. Но возвращаться ко мне, чтобы я обсуждал тех, я не буду этого делать. Мне это не интересно. Я вообще не занимаюсь публицистикой. Я занимаюсь только передачей опыта. Все. Ну и, соответственно, да, выполняю какие-то услуги, работы, разработки делаю для
тех или иных заказчиков, но не буду совершенно участвовать в спорах. Поэтому прекратите меня отнимать время, досаждать вот этими спорами. Да, я на вопросы отвечаю, на конкретные вопросы, что у человека не так получилось. Но не вовлекайте меня в те споры. Или вот, что тот сказал, что этот сказал, а вот этот сказал. А теперь объясни, что тот сказал. Да мало ли кто чего будет рассказывать. А я что буду вам критику тут наводить, да? Так за что платят, то и делаю. Такая суровая жизнь. Пока у меня все, всего вам доброго.